Шли нахер, блядь. Нас не знаю. Так не, я же ничего не против, ну по фану. На самом деле, блядь, было бы на самом деле, ну если бы у меня задержка на стриме, было бы намного фановее, поверь мне. Просто, ну, люди целенаправленно хотят испортить стримеру стрим, как бы, и жизнь вообще. Я, блядь, не знаю, зачем надо. Просто мне, в принципе, вообще норм, как бы, летать на всем этом. Я, хоть, конечно, против этого, но, типа, на стриме пофаниться я всегда за. Другое дело, что есть, как бы, вернее, не у всех товарищей зрителей есть, как бы, мозг, сообразительность, понимаете? Есть люди, которые, блядь, целенаправленно хотят сделать так, чтобы, блядь, стример, нахуй, сосал бибу, блядь. Не потому, что стример плохой, не потому, что он делает там что-то плохое, а просто, блядь, вот, просто так. Вообще я сейчас что-то очень хорошо прям живу, честно говоря. У меня есть еще один, конечно, трай. Две ракеты, но... Честно говоря, я предлагаю, наверное, вернуться на базюлечку. В принципе, так все неплохо сделал. Блин, вертолетчик. Не, ну я не то чтобы вертолетчик, я скорее просто очень... Очень хороший штурмовик, то есть я могу штурмить на всем. Неважно. На всем, что имеет хотя бы один винт. На самом деле 250 это не так. Но это может у тебя показаться там, знаешь, где-то у стримера, он там что-то там удачно как-то залетел, где-то что-то прорвался. На самом деле это такое унылое говно, такая токсичная херня. Словами просто невозможно передать. В принципе, там есть еще кого поштурмить. Там даже трое с нулем где-то сидят. Прикольно, да? У меня вся тима живая, точка не наша. Людей убиваются. Внимание на карту. Так, но мне главное вон на ту суку не вылетать, потому что там, скорее всего, зенитки. То есть мне нужно где-то взлететь сейчас вот здесь вот. Есть ли что у вас? Подо мной, судя по всему, был. Не, ну десятка типа на Нурсах, это норм. Очень даже.